В нашем городе есть, видимо, сторонники Навального, кто клеили листовки, когда были выборы президента России. Кто-то оборвал, видимо, кто-то ходит, следит за этим делом в нашем городе. Сейчас 19-й год. Неподходящее вроде как место, да, для листовки. Тем не менее, смотрите, какое состояние. Красное все. То есть неухоженно. Если сорвали листовку, то уж можно было за год уже получается, даже больше года, уже можно было как-то помыть. Привели бы в порядок. Содрали листовку, даже не помыли никто. Обращаясь к администрации города, я прошу вас, приведите в порядок вот эти вот произведения искусства в центре города. Помойте их как-то. Ну что это же смотреть невозможно.